В Самарской области прививаются целыми компаниями. Мобильные пункты выезжают прямо на рабочие места, чтобы сотрудникам было проще и удобнее обезопасить себя от COVID-19. Удобно то, что никуда не надо ходить. Пришел на работу, тебе сделали прививку. Я считаю, очень удобно. Все организовано. И быстро, и много времени занимает. На этот раз мобильный пункт приехал в компанию по вывозу и размещению отходов «Экопром». В период неблагополучной эпидемиологической ситуации важно всем пройти вакцинацию, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Работники получают уже второй компонент вакцины. На данный момент привились более 60% коллектива. В сегодняшний день нами предпринимаются меры по защите нашего персонала. Мы закупаем средства индивидуальной защиты, раздаем их, естественно, чтобы они работали и в масках, и в перчатках. Также вот приехал к нам мобильный комплекс, да, вот у нас второй этап вакцинации проходит. Специально делаем все для того, чтобы нашему сотруднику было как можно проще не обращаться в поликлинику, все можно было сделать на рабочем месте. Процедура в мобильном пункте ничем не отличается от похода в поликлинику. Для начала пациент проходит первичный осмотр у врача, если все показатели в норме, отправляется в прививочный кабинет. Очень важно сделать прививку от коронавируса. Сейчас такая пандемия идет. Чтобы не заболеть, не заразить близких всех, делайте прививку, очень нужно. В наше настоящее время обязательно важно сделать эту. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуги или по телефону горячей линии 122. Всего в Самарской области от коронавируса защитились более 716 тысяч человек. Из них более 512 тысяч получили оба компонента вакцины. Сергей Сергеев, Елизавета Должикова, Новости губернии.